Перенесем себя в настоящий момент. Давайте посмотрим на нашу позу. На то, как мы сидим прямо здесь и сейчас. В этот момент. Спина прямая и мягкая. Ноги соприкасаются с землей. Бедра прижимаются к сидению стула или к тому, на чем мы сидим. И спустя какое-то время можно закрыть глаза. И настолько старательно, насколько мы можем, мы будем наблюдать за своим дыханием. И тактильными ощущениями прохождения воздуха у кончиков ноздрей. Может быть воздух немного прохладнее на вдохе и чуть теплее или влажнее на выдохе. И мы решаем в следующие несколько мгновений следить за своим дыханием как можно лучше. И если время от времени мы замечаем отвлечение внимания, какие-то мысли, дискомфорт или что-то еще, мысленные рассуждения, что мы отвлеклись и на некоторое время забыли следить за своим дыханием. Как только мы это осознаем, мы просто возвращаем свое внимание на кончик ноздрей. На простой контакт воздуха, который касается кончика ноздрей. Выдох со вдохом. Здесь и сейчас. И мы даем себе время отпустить обычный поток наших забот и мыслей, чтобы просто наблюдать за своим дыханием. Мгновение за мгновением здесь, сейчас. возможно, нам также удастся наблюдать небольшое уменьшение психического напряжения и возбуждения, а затем начало появления даже, возможно, небольшого, но немного большего умиротворения. И если так, я это отмечаю для себя. И в любом случае я продолжаю изо всех сил наблюдать за своим дыханием, сосредотачиваясь на тактильном ощущении прохождения воздуха на кончике моих ноздрей. Теперь я собираюсь переместить фокус своего внимания и обратить внимание на звуки, на все звуки в моем звуковом окружении, вокруг меня, от наиболее очевидных звуков к менее знакомым, более тонким, еле заметным звуком. Я открываюсь сенсорному опыту момент за моментом, насколько могу. Я наблюдаю за звуками по мере их появления и наблюдаю за их физическими характеристиками. Например, довольно продолжительный, довольно громкий, довольно низкий, довольно высокий, непрерывный прерывистый, циклический или какой-то еще. Я открываюсь звуком, а также пространству между звуками. Я не пытаюсь комментировать звуки или рассуждать о звуках. Скорее я пытаюсь воспринимать звуки просто по их физическим чистым характеристикам. Чистый слух. Возможно, мне захочется назвать источник этого звука связав его с чем-то известным. Хорошо, пусть будет так. Мой разум так работает. Я могу просто отметить это для себя, но не вдаваться в подробные размышления об этом звуке. Должен ли он быть или не быть, это опасно. Приятно. Просто оп, насколько могу, я стараюсь оставаться на уровне простого слухового восприятия. Звук как есть, момент за моментом, здесь и сейчас. И я максимально раскрываюсь в своей звуковой среде и пространству между звуками. Теперь я собираюсь сместить фокус своего внимания и пойти посмотреть на свои мысли. Все мысли, которые возникают у меня спонтанно. Я пойду наблюдать за ними и узнаю о них. Я не пытаюсь думать или чем-то занять свой ум, а я пытаюсь наблюдать все эти временные ментальные явления, которые являются мыслями, которые появляются в моем сознании. Будь то изображения неподвижные или движущиеся. Будь то звуки или слова, предложения, которые я говорю себе внутренним голосом. Я открываюсь всем этим временным ментальным явлениям, которые являются мыслями, и начинаю их осознавать. Я наблюдаю за ними, как если бы я мог наблюдать облака в небе. Я не нахожусь в этой мысли, но я осознаю рождение, временное существование и исчезновение этой мысли, прежде чем она заменяется новой мыслью. И я пытаюсь найти в себе эту позицию наблюдателя, наблюдателя за своими мыслями. Насколько я могу, я наблюдаю за последовательностью мыслей, которые появляются в моем сознании. И если на мгновение я замечаю, что вернулся к мысли, что я больше не в позиции наблюдателя, а полностью погружен в мыслительный процесс, когда я это осознаю, просто оп, и я выхожу из мысли и пытаюсь найти эту позицию наблюдателя, который полностью осознает последовательность мыслей возникающих в бессознательном. Момент за моментом я наблюдаю за своими мыслями и осознаю их из любопытства, как игра, не пытаясь воздействовать или изменять их, или их порождать. Следующие несколько мгновений я решаю наблюдать за своими мыслями, такими, какими они мне представляются, не пытаясь их комментировать или осуждать. Простое осознание этого потока ментальных явлений которые появляются в моем сознании и которые являются мыслями. А теперь я собираюсь закончить наблюдение за своими мыслями, перевести фокус своего внимания на дыхание, на несколько мгновений, на тактильные ощущения прохождения воздуха на кончике моих ноздрей. Возможно почувствовать легкую свежесть на вдохе и нежное тепло на выдохе. Затем тихо. И спокойно в своем собственном ритме я отпускаю свое внимание, открываю глаза и заново осознаю все, что меня окружает.